Жизнь на ощупь. В региональном отделении Всероссийского общества слепых прошел турнир по шашкам вслепую. Цель мероприятия – акцентировать внимание на проблемах слабовидящих людей. Под стук шашек о деревянную доску и оживленные разговоры члены регионального отделения Всероссийского общества слепых обсуждают накопившиеся проблемы. У нас этот формат, как сказать, жизнь на ощупь, он обоснован тем, что нам не надо проводить круглых столов. Мы за этим форматом натягиваем шашки, после этого мы решаем текущие вопросы. Акция проводится уже не первый год, и каждый раз в ней принимают участие все новые лица. В этот раз гостями мероприятия стали председатель городского совета Юрий Суйский, депутат Олег Присовских и заместитель главы города Ольга Жукова. Партия по шашкам длится около 40 минут. Инвалиды по зрению играют со здоровыми людьми, у которых завязаны глаза. После игры в шашки за чашкой чая обсудили проблемы, с которыми сталкиваются члены общества слепых. Одна из них – тихий звук светофора на пешеходном переходе на перекрестке улиц Баучейского и Ленина. Заканчивайте переход. Мы добиваемся, чтобы светофоры хорошо. Вот светофор, наш самый главный здесь светофор, но может мы уже надоели им с этим, потому что он плохо слышно его. Горожане, лишенные зрения, надеются, что к их просьбе прислушаются и решат эту проблему. Василий Хатензийский, Владислав Носкин, телеканал «Север».